дорогие друзья! Вы на канале Way to Thai TV, меня зовут Вероника. И мы с вами продолжаем осматривать кондо в Паттайе. Сейчас мы находимся в районе Праттамнак, на 4-й стойке Праттамнака. И на улице кондиков от группы застройщика New Nordic. Кондиков здесь просто какое-то огромное количество, не знаю, даже больше 10 домов здесь. И сейчас мы посмотрим с вами дом и квартиру в нем, которая называется New Nordic Seaview Boutique. Жилье среднего класса. Домик такой вот оранжевенький. Давайте посмотрим его территорию и, конечно же, квартиру. New Nordic. Тихая улица New Nordic'ов. Ой, солнце так сегодня палит вообще. Мы сейчас на крыше находимся. New Nordic Boutique. Это как раз кондо, которая именно в формате бутик. Что это значит? То есть мы с вами уже знакомились с форматом резорт. Это Атлантис, Гранд Карибиан, когда несколько домов, посередине обычно большая система бассейнов с какими-то там садами, цветами. Это резорт. И это формат кондо-бутик. То есть небольшой такой кондик. В них обычно намного лучше качественные материалы отделки. Сейчас вот мы находимся на крыше, обычно в таких кондо на крыше устраивают все вот эти развлекательные, отдыхательные мероприятия. Здесь вот видите лежачки, цветочки, небольшой такой бассейнчик, такая зона для фото, для, не знаю, для занятий йоги. Вот представляете, вы вот так вот сели на этот кружочек и йога занимаетесь. Маленькие здесь обычно одни европейцы живут. С детьми обычно здесь не селятся, потому что это все-таки бутик, здесь мало места для деток, не побегаешь. То есть все такое европейское. Смотрите, какая тихенькая улочка, где можно гулять. Вот, пожалуйста, море совсем недалеко. Давайте посмотрим, что здесь с тренажерным залом. Так, супер тренажер многофункциональный, беговая дорожка. Эллипс, велик и немножко этих всяких гантелей. Стандартный набор с видом на море, можно заниматься спортом. Мы с вами переместились в квартиру проекта New Nordic Seaview Boutique. А сейчас я нахожусь в спальне. Квартира полностью квадрат, у нее 49 квадратов. Это one bedroom, а здесь большая спальня, в которой я сейчас нахожусь, и объединенная кухня с залом, как стандартно в Таиланде, one bedroom выглядит. Несмотря на то, что это средняя ценовая категория, здесь очень хорошая такая добротная мебель и хорошая отделка, довольно приятной высоты потолки. Двухспальная кровать, две тумбочки, подсветочка на потолочке, шкаф встроенный, телевизор плоский. Большая очень ванная. Давайте пройдем, посмотрим. Здесь ванная комната. И вот ванна. Мне она, кстати, очень понравилась, ванная комната. Смотрите, душевая. С двумя душами, с тропическим и обычным душем. Большое зеркало, очень клевая раковина с камня, с искусственного. Туалет, хорошая плиточка такая приятная. Сейчас мы с вами смотрим кухонную зону, объединенную с гостиной. Здесь есть обеденный стол, кухня с вытяжкой, с встроенной плитой. Чайник, микроволновка, большой холодильник удобный. С вами смотрим, это стандартная обстановка этого комплекса New Nordic. То есть так выглядят практически все квартиры. А вот это вот получается балкон. Но именно в данной квартире балкон, конечно, вид из него не очень радует. Но соответствующая цена снижается по этому поводу.
Кстати, еще есть раскладушка, так что можно несколько человек уложить. Эта квартира стоит от 15 тысяч бат. Чтобы узнать конкретную цену на конкретный период, пожалуйста, напишите на почту, которая указана под видео, и вам скажут, сколько же стоит на ваши желаемые даты эта квартира. И мы с вами продолжаем наше путешествие по Кондо Паттайе, смотрим с вами район Праттамнак. Сейчас я нахожусь около такого большого комплекса, называется он Siam Oriental Garden, кондоминиум. И здесь мы с вами посмотрим студию, здесь в основном студии. Тоже кондо средней ценовой категории, класса скорее бутик, то есть здесь небольшая территория, но все очень компактно, симпатично сделано, находится рядом с морем, здесь пешком до моря можно дойти. Так такая что, водичка, есть квартиры с выходом в воду, лобби на улице, много квартир, но как все практически кондо в Паттайе, они не заселены постоянно. Фотки можно сделать. Детки, смотрите, детский бассейн, зона маленькая для детского бассейна и бассейн поглубже для взрослых. Так, тренажерный зал в этом кондо выглядит следующим образом: эллипс, велосипед, гантельки, скамеечка и любовь всей жизни Димы, чтобы можно было жать, приседать, блины есть по 20 килограмм, по 25, то есть, в принципе, этот зал подойдет для профессионального использования, стойка для отжимания, для подтягивания, как брусья, да, такие, вот это тоже что-то такое супер крутое, смотрите, сколько там вариантов использования этого тренажера, куча насадок, и вот эта вот штука для ног, поднятие, разгибание, сгибание. Хорошо оборудованный тренажерный зал, особенно радует вот эта стойка, потому что ее все в Таиланде, во всех тренажерных залах именно вот эту стойку хотят. Итак, мы с вами переместились в квартиру проекта. Здесь мы видим студию, она размеров 24 квадрата. Здесь есть спальная зона, телевизионная зона, есть даже гардеробная, гладильная. Есть кухня, столовая зона и даже кухонная зона. Видите, все на 24 квадратах. Все вмещается, прекрасный вариант для отдыха двух человек. А вид здесь на экзотические растения, скажем так, и на жизнь людей напротив. Но все равно вот экзотические растения, они как бы радуют глаз. Там вот сад. Хороший столик здесь со стульчиками, кофе можно попить. Все такое беленькое, красивенькое, солнышко сюда не светит. Ярко не светит, сейчас, кстати, уже 12 часов, солнце в зените. Видите, как здесь сейчас прохладненько и не нагревается квартира. Здесь есть микроволновка, вытяжка, встроенная плита, на которой можно все приготовить. Холодильник. Здесь очень свеженький ремонтик, красивые, видите, камушки на изголовье кровати. Тоже вот тумбочка под телевизором, она же комод, тоже вся украшена камушками. Здесь это все выдвигается, есть шкаф для хранения вещей. Вообще квартира чистая, комфортная, в хорошем таком европеизированном райончике. Вас будут окружать, в принципе, одни европейцы, туристы, отдыхающие и, конечно же, люди, которые подолгу живут в Таиланде, но они тоже также являются европейцами. Давайте посмотрим ванную комнату, душевая кабина, туалет, хорошая раковина с камня. Я в этом в зеркале, что я уже устала сегодня контики снимать, я вам скажу, уже третий снимаю.
Продается эта квартира от 9 до 15 тысяч в зависимости от месяца, от сезонности. Так что, если вам она интересна, пишите даты желаемые на почту, которая указана под видео, и вам ответят, свободна ли эта квартира и сколько она стоит в этот период. Вот такой милый кондик. Так что пишите в комментариях, понравился ли он вам, хотели бы вы отдыхать в этой квартире. И какие еще кондо вы хотели бы посмотреть, тоже обязательно напишите. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующих видео на канале Вэйдутай ТВ. Пока-пока! Хотела вам показать. Вот, получается, сойка, на которой Siam Oriental Garden находится. А вон уже выход к морю. Мы видим море. То есть тут буквально 5 минут до Паратамнакского моря. Идти вообще недалеко. Азия Паттайя здесь и ресторан Cabbage and Condoms. Вот 7-Eleven большой здесь, кофе продают, все продают. Хороший район.